Нас позвали на открытие торжественное. Мы сейчас все выходим из клуба. Тренинг для детей. Это будет проходить вот здесь, прямо на улице. Значит, мастера представят свои народные промыслы. Это будет проходить в здании клуба. Значит, кроме этого, у нас будет экскурсия на разрез Мечтино. Царя Фаритовна будет проводить экскурсию через каждый час. Кроме этого, желающие могут подняться. И Биектау гора называется, да, там очень красивая смотровая площадка. Значит, вообще это, конечно, особо охраняемая природная территория. Оттуда открывается вид, ну, практически, наверное, на 1/3 нашего района и на Каратал. Прокат будет организован в здании сельского совета. Значит, 12 часов у нас будет надуваться воздушный шар. Данное мероприятие сегодня берет старт в нашем селе. И отныне преобразуется в ежегодный традиционный праздник. Более 20 ремесленников Салаватского района показали свое мастерство и научили этому наших туристов. Можно было приобрести сувенирную продукцию, также пообщаться с местными жителями и попробовать себя в этом ремесле. Я представляю обереги различные. К примеру, ловцы снов предназначены для ловли злых духов, для хороших снов. Вот эти обереги, берегиня, их делали для защиты детей, для их здоровья. Провожу мастер-класс по посадке кедровых орешков в стаканчике. Это земля, грунт. Вот эти орешки, кедровые орешки. Для посадки, да? Для посадки, да. Это хвоя кедра, которая растет у нас в Салаватском районе и уже плодоносит. Вот такие кедровые шишечки будут расти. Какой интересный стол. Носочки. Вы показываете, как курай делать, да? Да, как курай делать. Расскажите, как вы готовите ваше блюдо? Вот тесто красивое, какое желтенькое. Домашнее. Деревенские яйца, деревенские, да? Яйца, да, конечно. Потом раскатываю, режу на полоски, готовлю на масле. И топленое масло. Сколько примерно по времени должно так? Ну, это смотря, знаете, какая у вас это минут 5. Ага. Как зарумяниться, уже можно достать. А у меня пока еще... Чтобы молодежь понимала, это что-то типа картошки фри, только это не картошка, это тесто. Это баурсак, вот такое блюдо получается медом. Да. Оно очень вкусное, это десерт. Кинзалдан дұшман өлтірген, дадақ кинәлі ойнаған енді. Thank you.
күлмеге син аклыкка күмелдің күзлерім син өзіңді қайым болып көрендің қайсы қайында қайсы Полетели! Давай, Балалар, бүгіннің балалары.